С первого взгляда кажется, что эта рептилия меняет свойства воды. Но с водой все в порядке. Все дело в бразильском гекконе, который поистине непотопляемое существо и всегда выходит сухим из воды. Но за счет чего он реализует свои суперспособности? Во-первых, он очень маленький, я бы даже сказал крохотный, не более 2 сантиметров, хотя вода не очень холодная. Во-вторых, его гидрофобная кожа полностью отталкивает воду. Капли дождя могут оставить травмы, но не могут намочить. Шах и мат дождь. Все это в связке с поверхностным натяжением воды дарует этому геккону незаурядные возможности, и он запросто может бегать по воде, как по земле, и не промокать. И даже упав в нее, он оказывается на поверхности. Я только сейчас осознал, что он никогда не сможет искупаться по-настоящему.